Пока возвели 281 тысячу квадратных метров, причем львиная доля 63%. Это индивидуальная жилищная застройка. Районы-лидеры – Октябрьский, Железногорский, Кореневский. По итогам 7 месяцев по объемам выполненных работ Курская область занимает 8-е место среди регионов Центрального федерального округа. Заработная плата у нас на уровне 28 тысяч рублей. Это 6-й показатель ЦФО. И тоже небольшой рост. Самое главное, что не по одному показателю спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не допущен. За 8 месяцев 2018-го в строительство вложили 31 миллиард рублей. И представители отрасли уверены, к концу года эта цифра будет заметно выше.